Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и в этом видео у нас будет обзор каталога Oriflame номер 4. Каждый каталог, он самый необыкновенный, потому что в каждом каталоге появляются новые продукты, новые акции, интересные предложения. И сейчас я вам подробно обо всем расскажу, и не просто расскажу, я буду давать рекомендации, мы будем тестировать продукцию, ту, которой я сама пользуюсь, и я вам расскажу, что мне нравится и что не нравится. Это будет самый честный обзор с самыми невероятными подробностями. Итак, давайте приступать, не будем тратить время, потому что важнее знать, чем болтать. Каталог номер 4 начинает действовать с 9 марта и закончится 28 марта, ровно 3 недели. Итак, с чего начинается каталог? Как и обычно, с новинки и интересного предложения. Нас ждет с вами новая умная тональная основа, у которой стойкость 30 часов, SPF 30, солнцезащитный фактор, 10 оттенков, потрясающие оттенки, и при этом она еще и подстраивается под нашу кожу, и при этом она увлажняет и впитывает излишки кожного сала. То есть она какая-то у нас волшебная-приволшебная. Ну и самое главное, конечно, то, что она адаптируется под кожу, под ее состояние. И в этом каталоге у нас действует спецпредложение. Давайте найдем это предложение. Смотрите, выберите помаду в подарок при заказе новой тональной основы с этого разворота. То есть если вы заказываете один тон, выбираете одну любую помаду. Это шикарная, стойкая, супер матовая губная помада. Я, конечно, очень рекомендую воспользоваться этим предложением. Даже самой захотелось. Ой, какой же цвет выбрать. Потрясающие цвета. Помада будет, сейчас покажу, в каком футляре. Вот в таком футляре. А у меня, наверное, из старой коллекции помады. Да, у меня еще старая коллекция, но я ей очень-очень довольна. Она действительно матовая, стойкая. Даже вот покажу вам кусочек. Надеюсь, так вот видно будет. Она потрясающе лежит на губах, при этом совершенно не сушит. И стойкость у нее сильная. То есть можно перекусить, попить чай. Никуда помада не денется, то есть она будет очень комфортно и красиво лежать на губах, что даже не нужно будет поправлять макияж. И я это знаю не понаслышке, потому что буквально 2 дня назад я с ней зашла случайно в гости. Не планируя, меня накормили салатом, винегретом, который с маслом. Потом я выпила чашечку кофе. И у меня осталась помада в идеальном состоянии, чему я была, кстати, очень-очень рада, потому что с собой я ее не взяла, и мне подправить макияж было бы совершенно нечем. Поэтому супер, это просто находка для любой девушки. Тем более весной нужно будет что-то поменять, да, что-то обновить, и вот самое то время. По поводу тональной основы, вот так выглядит пробник. Я рекомендую, конечно, заказывать пробники, прежде чем выписывать тон. Я 2 дня ходила с этим пробником. Кстати, вы сейчас видео в начале видели как раз меня с этим тоном. Вот так он ложится. У меня холодный, сейчас скажу какой, холодный фарфоровый оттенок мне прислали на тестирование. Вот он великолепно перекрыл венку. Как вы видели, специально выкладывала на этой зоне, чтобы посмотреть. Мне понравилось, как она лежит, эластичная, классная, действительно матовая. Лицо выглядит моложе, свежее, и тон подобрать теперь будет абсолютно легко. Поэтому балуем себя тоном за 599 рублей, в подарок получаем стойкую помаду. Шикарное предложение. Ну а мы с вами продолжаем изучать каталог, что же нам тут предлагают еще интересного. В последнее время я стала пользоваться предложением заказать набор. Код набора 128450, и вам придет один каталог номер 5, пробник аромата нового Joyce или Juice Jet, пробник губной помады икона стиля розовый беж, пробник дневного крема против морщин с SPF 30 Экологен Wrinkle Power. Представляете, за 69 рублей будет каталог, пробник аромата, пробник помады и крема. Очень классное предложение. Я беру пару-тройку наборов, всегда дарю пробники клиентам, каталог тоже кому-то отдаю. Я не буду заострять внимание на 9-й страничке, но я думаю, может быть, среди вас есть кто-то, кто хочет стать частью команды визажистов Oriflame. Поэтому почитайте подробности на сайте, который тут рекомендован. И
Возможно, скоро мы вас будем видеть в числе супервизажистов. У нас выходит новинка. Это будет новый контурный карандаш для глаз. Серия The One пополняется новинками. И я считаю, здесь 8 оттенков. Очень красивые цвета. Кстати, такого разнообразия для глаз. Прям приятно видеть. Итак, дайте рассмотреть получше. Я вижу здесь приятные теплые оттенки, холодные и нейтральные, то есть серый, мокрый асфальт, дымчатый серый и черная ночь. Замечательная коллекция. По опыту могу сказать, что это мои любимые карандаши механические. Они не такие вот большие, как хотелось бы, то есть у них объем всего 0,3 грамма. Но заметьте, если брать сразу два, то цена будет 149 рублей. То есть отличная экономия. Если вам два не нужно, вы кооперируетесь с кем-то из клиентов и говорите, давайте с вами сэкономим. Вам нужен карандаш, мне нужен карандаш. Будем дружить и сэкономите немножко денег. Следующая страничка. Это моя любимая тушь. Кстати, обращаю ваше внимание, что везде нужно брать два продукта, чтобы экономить. То есть верхняя цена 349, если одну тушь берете, а 259, если два продукта со странички 1121. Это облегчает нам с вами ситуацию, потому что вы можете взять, например, карандаш, или, где у нас 11 страничка, так, 11, или что-то дальше до 21 странички. То есть не обязательно покупать две туши, можно выбрать разные продукты. Это очень хорошо. Показываю кисточку и рассказываю, чем мне эта тушь так нравится. У нее уникальная щеточка. Дело в том, что с одной стороны очень мелкие-мелкие ворсинки, и когда мы красим глазки, легко подобраться к началу роста ресниц. Оставить там тушь и поднять вверх. Потом переворачиваем на длинную и начинаем работать с ресничками, удлиняя, подворачивая и утолщая. Самое главное, получается эффект стрелочки за счет того, что мелкими-мелкими щетинками можем очень глубоко подойти к началу роста ресниц и при этом не травмировать слизистую. И это кайф самый большой, поэтому я обожаю эту тушь и в основном всегда ей и пользуюсь. И мне, в принципе, нравится ее эластичность, как она лежит, она не осыпается. То есть у нее нет минусов, у нее есть только достоинства, поэтому я вам тоже ее рекомендую. Есть также водостойкая тушь, у нее точно такая же щеточка, только снять ее можно единственное чем, это средством для снятия водостойкой косметики, больше ничем. Так, здесь моя любимая помада, пополняется несколькими новыми оттенками, я вижу тут 8, надеюсь, нам их пришлют на тест-драйв, очень хочется попробовать новые трендовые весенние оттенки. За что люблю Oriflame, достаточно полистать каталог и будешь знать, что модно, какие цвета, какие фактуры, какие аксессуары и так далее. У меня есть уже одна помада, классический красный. Выбрала этот цвет, потому что когда нанесла на губы, не устояла и просто упала в обморок, буквально потом не вставала, шучу, несколько дней. Вот смотрите, что с этой помадой. Обалденная кисточка. Я такой кисти еще никогда не видела. Она изогнутая, слегка прям под форму губ. Острый кончик позволяет прорисовать хорошо линию губы. При этом не нужен специальный карандаш. То есть можно накрасить потрясающие губки, уполнить их немножечко. И при этом будут они очень красивые. Матовая помада, стойкая. А просто невероятно долго лежит на губах. То есть любое мероприятие можно пережить с достоинством и не переживать, что что-то съехало, потекло, поплыло и так далее. Я рекомендую обязательно иметь такую помаду и даже не один оттенок, потому что это, как я говорю, это бомба, просто бомба с большой буквы. Суперская помада, все мне в ней нравится, просто балдею. Опять же, она у нас входит в акцию при покупке двух. Так, дальше. У нас стойкая суперматовая губная помада. Я вам уже показала ее, в принципе, как она выглядит. Просто здесь есть атласные оттенки, матовые оттенки. Выбирайте то, что вам больше нравится. И балуйте свои губки, тем более весна, нужно что-то обновить. Далее, что у нас здесь? Смотрим. Губная помада с глянцевым финишем, 10 оттенков. И 10 оттенков карандашей, выкручивающихся для губ. Это все серия The One. По качеству карандаши восхитительные. Единственное, у меня
Конечно, недовольство, то, что здесь нет моего оттенка, я взяла себе то, что единственное мне подходит, это карамельный, вот этот цвет, сейчас его покажу, и взяла шоколадный, он здесь как раз последний. Но этот слишком светлый, немножко рыжеватый, а этот слишком темный, даже уходит в бордо слегка, видите, такой густой шоколад. А мне нужно что-то среднее. Но здесь я не нахожу, и это меня очень печалит, огорчает, и я надеюсь, что он пройдет какое-то время, и у нас будет новая коллекция карандашей, где будет тот самый нужный цвет. Лаки. Это мои любимые лаки, как всегда говорю. Кстати, не взяла ни одного тюбика вам показать. 8 миллилитров объем. Добавили нам 5 новых оттенков. У меня слюнки текут тут на этот рыженький. Прям хочу-хочу такой цвет, вот такой мягкий, медовый леденец. Прям вот хочу. Скорее всего, закажу, потому что я лакоманьячка и лаки люблю все. Хотя я бы и последний взяла, лавандовый крем. И мне очень нравится мятный чай и малиновый смузи. Ну, прекрасные цвета. Опять же, акция. Эти лаки на ногтях выглядят как гель-лак. И даже профессионалы иногда ошибаются, не могут понять, что происходит. Я говорю, нет, это обычный лак Oriflame, но не верят. Так, здесь у нас акция на блеске с удобным аппликатором. Не липкая текстура. Я бы не сказала, что она не липкая, я его чувствую. Для меня он липкий. Я не ощутила ни липкости. То есть вот я его нанесла, например. Бесподобно красивый, очень вкусно пахнет. Губы с ним просто красоты невероятной. Обожаю этот блеск, но я всегда говорю, он липкий. Я его как бы, ну, чувствую. Он, да, он хорошо увлажняет, он классный, но он липкий. Он, хотя пишут, что не липкий. Не согласна, брать не буду. Говорю, как есть, но он, правда, вкусный. И в этом каталоге, мне кажется, достаточно высокая цена. Ну, если блеск нужен, то мы перед ценой не постоим, да? Перед высокой ценой. Мультиактивный бальзам для губ тоже и пользуюсь. У меня, кстати, такой оттенок темный. Смотрите, он называется естественный розовый. Я думаю, что это он, четверки на конце, да, все верно. Но он такой яркий, то есть он как прям помада на губах лежит. Настолько красивые делает губы. Еще у него SPF 8, он прекрасно питает и он бесподобно вкусно пахнет. А, клубничка, прям обожаю. Но он маленький. Маленький, тоненький. Смотрите, по объему здесь всего 1,7 грамма. То есть он достаточно быстро заканчивается, но он стоит своих денег. Тем более здесь шикарное предложение, всего 199 рублей, надо брать. И в этой же коллекции у нас есть бальзам для увеличения губ. То есть он, губки начинают прям гореть чуть-чуть, как будто их перчиком натерли. Усиливается микроциркуляция. И они становятся яркие губы. И чуть-чуть как бы объем прям появляется. Я брала просто как-то такой бальзам. Очень прикольная штука, прям суперски. И есть увлажняющий бальзам защита для губ. У него высокий SPF, по-моему, 20. Да, 20 SPF. И он хорошо защищает, увлажняет, укрепляет. То есть такую штуку мы рекомендуем в основном зимой. Ну, зима как бы уже на исходе, но я думаю, что и летом это будет неплохо защитить губы от солнца, от ветра, от всего там, всего негативного. Так, о, дошли до трафарета, сейчас я вам его покажу. Вот он маленький такой, в такой большой коробке, такой маленький трафаретик, но он мне понравился. Я его не хотела брать, кстати, здесь есть шпаргалка, как им пользоваться. Однозначно сразу скажу, заболталась про губы, для бровей я его никак не смогла применить, мне неудобно. Для теней тоже, мне как бы не нужно примеряться и так далее. Но вот красить стрелочки мне им очень даже понравилось. Давайте я вам сразу покажу на примере вот такого маркера, который у нас вот здесь, вот стойкий карандаш-подводка. Так, а как же мне держать? Так как не держать и показывать? Так, ладно, попробую вот тут. То есть я ставлю вот так вот себе, вот так вот, от направляю. Смотрите, от края глаза я поднимаю, целюсь в конец брови, немножко чуть ниже, и провожу вот так вот стрелочку. Вот так соединяю, раз, до угла глаза, вот я вам где показываю. А потом вот так вот просто прорисовываю треугольничек. То есть настолько получается просто и легко накрасить себе стрелки, при том, что можно поймать сразу направление на двух глазиках, да, наметить. Вот, например, провела.
И хочу сделать большую стрелку, хочу маленькую. То есть я рисую стрелки. Слышите, как здорово получилось. На коже тоже очень классно получается. Удобная вещь. По поводу маркера. Стойкий карандаш, подводка для глаз. Что я хочу сказать. Вот тут покажу вам его. У меня к нему есть огромная любовь. Потому что им очень удобно пользоваться и красить стрелки. Вот он у меня, наверное, закончился. Но есть большая нелюбовь из-за того, что я крашу сначала тенями, а потом стрелки. И он моментально забивается, вот коричневый у меня тоже, видите, он моментально забивается тенями. Буквально я даже неделю не могу пропользоваться, и все. Все, я ничего не могу сделать. И мне очень грустно из-за этого, я перестала им пользоваться. Это вот у меня, как бы я себе заказала еще раз, ну, поняла, что бесполезно. Мне удобнее, конечно, подводкой, потому что подводка прекрасно ложится по теням и при этом не портится, не высыхает, ничего с ней не происходит. Так, еще покажу. Вот карандаш-маркер я брала один раз, не оценила, может, недопоняла, не разобралась, но я его больше себе не заказываю, но есть у меня клиенты, которые его берут. Тушь. Вот тушь. Обалденная штука. Смотрите, у меня средний оттенок, вот этот вот коричневый. Вот он прям реально коричневый. Очень-очень классный цвет. Давайте найдем у меня какие-нибудь волоски вот тут на руке. Я вот так помазюкаю по волоскам. Вы посмотрите, что это очень красивый цвет. Для чего эта тушь нужна? Вот смотрите, например, вы прокрасили брови тенями или карандашом для бровей. А потом сверху проходите щеточка. Видите, она какая маленькая? Раз, два. В сторону. Раз, два. Выложили. Оп. То есть зафиксировали. Прокрасили волосочки, которые подпушек. То есть даже в бровях есть такой подпушек. Светленькие-светленькие волосики, которые вы не возьмете ни тенями, ни карандашом. А благодаря туши брови будут выглядеть гуще. Вот. Поэтому я от нее балдею. А если у вас свои брови замечательные, то вы просто прочесываете вот этой тушью, а укладываете, фиксируете, они становятся блестящими, чуть попушистее, и это выглядит очень круто, потому что сейчас тренд на брови, брови должны быть красивые, пушистенькие, натуральные, да, выглядят натуральными, при этом такие прям, ух, классные. Туши, ох, как много туши. Я вам только одну кисточку покажу, этих у меня, к сожалению, нет, щеточек выкинули. Что я скажу? Крутая вот эта тушь со спиралькой, кисточка как спираль, невероятная, классная. Единственное, к ней нужно приспособиться, может быть, 2-3 дня вы будете недопонимать, то есть разрыв шаблонов, что с ней делать, как ей пользоваться, не понимаю. Эта тушь тоже неплохая. Я ее брала один раз, но повторять я ее не буду, потому что, ну, мне больше нравится тушь 5 в 1. А вот еще есть средство для снятия водостойкой косметики. Почему его спрятали сюда? Наверное, чтобы никто не заказывал, а только я его нашла и заказала, потому что я его обожаю. Но я вам его сейчас не покажу, потому что я только сейчас его увидела здесь. Ну, такое маленькое. Очень его люблю, классно. И покажу кисточку вот туши термосмываемой. Она смывается только очень теплой водой. У нее очень маленькая кисточка, она не совсем удобная. Ну, то есть не для всех удобная. И... Во, сколько у меня волос на руке, оказывается. Вот, зато хорошо видно сразу. Она снимается с ресничек, когда вы будете смывать теплой водой, как одежда. То есть она не размажется. Это я сейчас просто намазала. Она снимется как одежка. Но она зато не смывается ни в море. Я ныряла с ней в море. Она не смывается в душе. Я даже в сауну ходила с этой тушью. Все прекрасно. Она лежит просто класс. Рекомендую. Супер. Нужная вещь, особенно в путешествиях, чтобы не париться, что у вас с ресницами. О, добрались до моего любимого раздела, где можно просто слюни пускать до бесконечности, и надо найти, где у меня лежат тени. Что-то я их не вижу, потому что я их сюда принесла, это точно. Вот, нашла. Смотрите, тени Refill. Они приходят вот в таких футлярах. Вы просто вскрываете вот эту вот... Как ее вскрыть вот тут? Разрываете бумажечку, я обычно пилочкой это делаю, вытряхиваете тень и вставляете в палетку. Палетки бывают на 6 или на 2. Вот это на 2, она как раз в нее румяна помещается, или двое теней. Или на 6, как вам удобно. Там есть с обратной стороны дырочкой, иголочкой или шпилечкой какой-то, тыкаете и вытряхиваете тень. И вставляете другую, другие, которые вам нравятся. У меня есть несколько оттенков, но... Что я могу сказать? Некоторые тени сильно пылят. Например, вот такие матовые в основном все пылят. Вот так вот прям набираешь,
Видите, пыль какая стоит. Но меня это ни капельки не смущает, потому что я этими тенями пользуюсь чуть ли не каждый день. И вот они у меня уже почти 2 года, нет, 1,5 года, потому что я их первые прям купила. И вот эти я купила первыми. Видите, практически не заканчиваются, хотя пользуюсь регулярно. Вот эти тоже были первыми. И вот эти. И еще синие и зеленые. Я набрала себе тогда сразу 6 оттенков. Я рекомендую брать вот такой праймер. Вот он у нас, тюбик лежит. Вот он такой большой, его хватает. Тоже я его купила сразу. И вот, считай, 1,5 года я им пользуюсь. Смотрите, что мы делаем. Мы берем капельку. Сейчас праймера. Как раз у меня... Ой, как много. Его на самом деле надо очень мало. Вот этого количества даже на 2 глаза очень много. Вот тут мы растираем его пальчиком прям. Он тонирует веко, и за счет этого веко выглядит более свежим и красивым. Прям можете добровей нанести. И потом берем тени. Ну, возьму какие-нибудь темные вам показать. Смотрите, например, взяла темный оттенок. А вот тут у меня нет средства. Вот просто наношу без подложки. Просто. Ну, у меня, кстати, руки кремом намазаны, поэтому хорошо наносится. И на подложку. То есть лучше цепляются, смотрите, все равно видно, насколько они эффектнее, ярче. То есть здесь они все-таки более такие прозрачные, а тут они прям плотные-плотные. То есть они хорошо прицепятся, и если даже веки жирные, праймер продлит стойкость макияжа. А нам именно это и нужно, чтобы макияж дольше продержался. Иначе, ну какой смысл накраситься через 2 часа, чтобы все собралось в складках век? Нет, нам это не нужно. Тени крутые, мне очень нравятся, я пользуюсь... Практически каждый день хочу вам вот эти показать. Вот они, небесный голубой, потому что мне он очень нравится, этот цвет, потому что он нереально, он с золотыми блестками. И вот на лето его просто кайф, какой, как красивый макияж смотрится. Смотрите, он отливает каким-то зелень, золото, то есть он весь играет просто невероятно. У меня на канале есть обзор этих теней, можете тоже посмотреть. И последние новинки как раз у нас вышли. Так, а здесь что, еще новинки? Нет? Не могу понять. Мне кажется, они были. Вот нежную сирень не помню. Ну и надписи новинки я тоже не вижу. Ну, ребят, я могу, конечно, что-то не досмотреть. Не ругайтесь на меня. Тоже будьте повнимательны, читайте. Может быть, что-то найдете интересное. Пишите тогда в комментариях. Следующая страница. И здесь нас ждет закрепляющий спрей для макияжа. Купила и не пользуюсь. Я не знаю, зачем он мне нужен. У меня макияж не плывет. То есть вот так надо брызнуть на лицо крестиком. Так, фух. Видите, вот прям показываю сюда, туда 2 раза. И дать ему встать, то есть на расстоянии, то есть не близко. Надо отступить немножечко от поверхности. И вот так иксом фух-фух брызнуть. Т-зону, если у вас она сильно блестит, дать ему зафиксироваться, и все. И макияж будет стойкий, 8 часов стойкости. Короче, летом это, наверное, будет популярно у всех, у кого жирная кожа. Кайф. Далее, праймер. Я сейчас праймер, вот у меня закончился, я пользуюсь Novage, у меня там чуть-чуть оставалось, я им пользуюсь. Хорошая штука. Ну, конечно, тон ложится лучше, поры становятся менее заметные, ну и просто вот стойкость макияжа тоже продлевается. Далее, это ультрастойкая корректирующая тональная основа, нет у меня ее вам показать, но она, конечно, крутая для тех, у кого жирная кожа. Далее, увлажняющая тональная основа Aqua Boost. Знаете, я ее просто обожаю на самом деле. Вот у меня есть один оттенок, какой у меня цвет? 33-157, это теплый бежевый, скоро я им буду пользоваться, вот когда как раз придет лето, я чуть-чуть подзагорю, и я смогу им пользоваться, вот такой приятный цвет, вот она совсем не забивается в порах, я от нее просто балдею, она такая легкая, я ее не чувствую на коже, она просто как воздух, вся дышит, она с ледниковой водой. И поэтому она, конечно, бесподобная, классная. Но у нее средняя плотность покрытия, поэтому если вам нужно что-то маскировать, то, наверное, лучше выбрать что-то более плотное, как вот, например, предыдущий тон ультрастойкий. Так, и, конечно, пудра тоже помогает зафиксировать макияж. Вот у меня оттенок 13 на конце, 306-13. Самая обычная пудра, вот у нее есть пуховка, но я кисточкой пользуюсь. Ой, просвет появился. Очень хорошая пудра, очень хорошая. Единственное, мне не нравится ее запах.
То есть его практически нет, но и хочется, чтобы что-то был какой-то запах, что ли. Очень хорошая пудра, она прям классно. Давайте я вот так вот сделаю, где-то у меня тут тон. То есть мы вот так прокрываем, и она делает еще глаже и эффектнее кожи. То есть она, видите, становится просто идеальной красоты. И уже на пудру мы наносим румяна, для того, чтобы они не легли пятнами. Потому что если вы на тон сразу захотите положить румяна или корректирующие средства сухие, то может пятнить, а с пудрой уже пятнить не будет. И есть у меня также стойкий консилер. Я его тоже обожаю. Он высветляет то, что нужно вытянуть. Я его наношу, смотрите, куда, на носогубные складки, чуть-чуть под глазки. Когда бывает, у меня недосыпы, и какие тут синячки под глазами. Я прям вот так вот наношу, и он классно высветляет, вытягивает все. И становится кожа ровнее, выглядит моложе, сияющей. И никто не замечает, что я, например, не доспала, или я уставшая, да, или у меня там какие-то проблемы, потому что лицо сияет, и все, и сразу красотища. Очень мне он нравится. Слушайте, 199 рублей. О, класс! Это очень выгодное предложение, очень. Так, подводка карандаш мне не понравилась. У нее толстый и скошенный кончик, а к нему так неловко приспосабливаться, поэтому я его не стала больше заказывать. Мне больше нравятся ровные кончики, тоненькие, чтобы самой выбирать, что и как. Очень классные щипчики для ресничек. Покажу вам вот эти штуки. Есть у меня как раз и то, и то. Это база под макияж. То есть под тушь мы наносим сначала базу белую. То есть она прям вот белая. Не видно, наверное. То есть белит, 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 прям получаются такие белые реснички, можно 2-3 слоя сделать, а потом сверху наносим тушь. Я поначалу очень активно ей пользовалась, а потом надоела, потому что у меня и без нее классно. Тушь 5 в 1 шикарно делает ресницы. Зато я вам сейчас сделаю антирекламу вот этой туши с эффектом подводки. Я ее просто вообще не поняла. Смотрите, это как будто бы шуруп, то есть видите, как вот дрель. А, блин, я не взяла салфетку, чтобы снять вот эти вот. Попробую счистить. Ага, вот так видно. То есть вот я счистила. А вы видите, да, там просто металл. Это железка. Железка. И она абсолютно неудобная. Очень хороший пигмент черный. У нее там безумно вкусный состав. То есть она настолько ухаживает, и все, буквально наши ресницы с ней оживают. Но она абсолютно неудобная. Еще нужно и протирать ее периодически салфеткой, когда забиваются вот эти все. Я просто была в ауте, в шоке, и думаю, боже мой, зачем такая фигня вообще нужна? Если есть классная тушь, и которая дает крутые реснички, просто супер. Я не увидела никаких эффектов. И когда я красила, у меня все ресницы склеивались. Надо было чистить, прорабатывать их сухой щеточкой, быстренько разделять. Короче, это полный абзац. Я ее никому не рекомендую. И когда у меня кто-то ее хочет заказать, я говорю, нет, 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 только не это. И я ее специально храню, чтобы вам показывать. Если же вы брали такую тушь, и вам она вдруг понравилась, напишите мне, как вы ее научились применять, что она вам нравится. Потому что я, конечно, ее никому не могу порекомендовать, еще и практически 500 рублей. Так, удлиняющая тушь, ну, тут понятно, пушистая кисточка, хорошая тушь. Так, это новинка, матовые помады для губ. Я могу сказать, что делала тест-драйв этой помады, все оттенки красила. Выкраска есть на канале, ищите прям по названию, это достаточно свежее видео. Помада невероятно мне понравилась, прям вот 5 с плюсом, никаких нареканий, и цвета интересные. Мне сразу понравился больше всего нежный имбирь, и в основном все вы мне писали в комментариях, ну, кто смотрел видео, что эта помада просто огонь. Очень красивый цветущий пион, и еще мне понравились бесконечно красные и, как ни странно, пурпурная фуксия, хотя это вообще не мое, и неоновый коралл. Они настолько яркие, вызывающие, такие губы, с ними становятся губы, как будто их подкачали. Вот, такой эффект я заметила, что как будто губы стали такие прям объемные, как будто 3D-эффект, но помада матовая. При этом ложится как шелк на губы. Вы знаете, я, если мне что-то действительно нравится, я тогда хвалю. Если так вот, я так и говорю, что вот так вот. Люблю вот эту помаду, вот эту. Посмотрите, какая красавица. У меня
Четыре или пять оттенков. Я вот схватила, какие вот в руку попали. Нет, четыре у меня, больше там не было. У меня есть несколько оттенков. Я вам их сейчас все покажу, потому что, к сожалению, на помады почему-то нет пробников. На многие, я вот не помню, есть ли на эту помаду пробники или нет. Но поэтому давайте посмотрим заодно и сама вспомню, что у меня есть. Так, это какая-то, не знаю, они не все, наверное, у меня по кодам совпадут. Так, 76-й не вижу. Что это, наверное, какие-то дополнительные были помады. Ну вот, а я уж хотела вам показать. Слушайте, у меня все из прошлой коллекции, что ли. А это, наверное, дополнения были. Да. Так, 22 700. Нет, у меня все старенькие. Но все равно покажу хотя бы одну, как они ложатся. Я думаю, что по качеству они будут точно такие же. Она очень мягкая. Вот тут вот еще свободное место. Она прекрасно увлажняет губы. И она полупрозрачная. То есть, смотрите, если есть помады прям плотные-плотные, то это, смотрите, какая легкая. То есть, она сохраняет вот это вот... На нее смотришь, на губы, и понимаешь, что они просто напились, им кайфово. Это очень красиво и очень приятно на губах, ощущения невероятные. Я вот этот оттенок помады вообще уже 5 раз, наверное, выписывала. То есть я буду удивлена, если их сняли с производства, эти оттенки, потому что мне, конечно, она очень нравится. Такая мягкая, такая классная. Ну и здесь прекрасные оттенки, есть из чего выбрать. Так, ну мы не будем расстраиваться, потому что всегда есть что-то, альтернатива, которая нам тоже подойдет. Так, что здесь я могу показать? Так, преображающая тональная основа. Прям 5 с плюсом. Смотрите, уже не знаю, куда намазать. Давайте вот здесь вот капельку выдавливаю. Вот она преображающая. Это значит, что кожа будет выглядеть моложе, увлажненная, ложится идеально. Смотрите, вот она прям, я ее двигаю, и она двигается, не пятнит, не полосит, вообще идеально. В поры не забивается, кстати, этот тон, и лицо с ним визуально выглядит молодым. Но я взяла тон темный, у меня теплый нюд, хотя у меня холодный подтон, я, в общем-то, инстаруха бывает проруха, нужно мне брать все-таки холодные оттенки, но мне хотелось теплоты, и, в общем-то, я его покупала летом, и, наверное, поэтому он мне хорошо зашел. Летом у меня кожа, естественно, чуть-чуть будет потемнее, чем сейчас, но сейчас он желтит, я им не могу пользоваться, но тон великолепный, просто роскошь, поэтому тоже надо смотреть, какой у вас подтон кожи, чтобы выбрать что-то классное. Далее, это стик, кремовые румяна в стике. Но если вы видите, смотрите мой канал, то я постоянно использую этот стик как базу под тени. Смотрите, какое красивое создание. Я не знаю вообще, что они сделали это за цвет. Я умиляюсь просто этой красоте невероятной. Я использую как база под тени. Шикарно тени фиксируются на эту красоту. Так, как вам повернуть, чтобы видно было? Вот так, наверное. И можно добавить как в румяна, но если нанести на губы, это очень красиво, но недолго. Через какое-то время начинает собираться. Поэтому что я стала делать? Я крашу вниз помаду, а сверху несколько прикосновений как раз делаю вот этим стиком по помаде. И помада сверху начинает вот так же сиять. То есть получается макияж глаз, губы и щеки в одной тональности, это очень красиво смотрится, особенно на загорелом лице. Поэтому запасайтесь такими штуками. Смотрите, я ими пользуюсь уже долго-долго-долго. Прошлым летом купила. Кажется, даже половина не использовалась. Ну, может быть, половинку использовала, не помню. Но его мне хватит до конца сезона летнего 100%. И он выкручивается. Многие спрашивают, удобно ли наносить на веки. Не очень. Но я все равно как-то приспосабливаюсь, где-то кисточкой или пальцем дотушевываю, и поэтому мне все окей. И я хочу сказать, что это мой любимый продукт именно вот для макияжа. Тональная основа CC. Это мультифункциональный крем. Очень крутой крем. SPF 35. Это уже сразу так говорит о том, что это вау-продукт. Я не знаю, куда нанести. Еще и салфетку не приготовила. Вот тут капельку кладу. Так, вот так вот я делаю. Смотрите. Там-там-там-там-там. Как он наносится. Он достаточно плотненький. То есть, если вот преображающая, она прям тонкая. Этот, мне кажется, чуть поплотнее. Вот так я выглаживаю. Всю руку закрасила. Какая красота. А что в нем прикольное?
Он легкий, но при этом чудесно, видите, все венки он замаскировал, выровнял. Он ухаживает, в нем много ухаживающих компонентов. Он маскирует и увлажняет. И при этом высокий SPF фактор. На лето обязательно, вот если хотите своей коже сделать подарок, на лето берите эту CC штуку, и будет вам счастье. О, у меня есть для вас сюрприз. Надеюсь, я его принесла. Сейчас ищу, не вижу, глазками смотрю. Ага, нашла. BB-крем я подарила дочке. До этого у нее был AZ-крем, который просто не матирует, увлажняя, а просто увлажняющий, наверное. Да. И я подарила ей теперь вот этот BB. Она сказала, что этот лучше. Я не пробовала и не знаю, где попробовать. Давайте вот тут вот капельку выдавим у нее. Она сказала, что он ей очень нравится. Она в восторге. За 219 рублей еще. Девочка у меня 20 лет. Кожа нормальная. Бывают высыпания. Но когда она делает этот тон, я взяла самый светлый, по-моему, оттенок. Так он называется. Светлый, 39-й. Да. Вот он. Ну вот. Хорошо лег. Нюхаю. Пахнет. Приятно, кстати, пахнет очень. Слушайте, ну вот она очень им довольна. Она говорит, мама, он круче, чем АЗ. Я говорю, да ладно, не может быть. Она говорит, правда. Мне, говорит, вот теперь бери. Ну, отлично. Я надеюсь, он и вам тоже нравится. Если пользуетесь, напишите в комментариях свой отзыв, потому что я еще не пробовала. Слушайте, мне тоже надо попробовать. Какое-то упущение прям с моей стороны. Так, помады. On Color. Обалденные помады. Обалденная цена. Можно брать прям пачками. Смотрите, вот тут покажу, как она лежит. Конечно, она может быть, покажется чуть-чуть плотная, она не такая уж прямо легкая, но я от нее балдею, просто балдею. Не ожидала, никогда себе не брала дешевые помады, думала, что это просто, ну не надо мне такие, наверное, они не очень. А это мне нравится и по дизайну, она простенькая, но при этом выразительная, красно-черный, всегда вызов, да, яркий цвет. При этом она вкусно пахнет, очень вкусно. И очень хорошо тушуется, вообще не полосит, отдает сразу цвет и плотность, поэтому я ее рекомендую. У меня есть клиентки, которые уже 8 оттенков купили, 6-8 оттенков, то есть она прям классная. Так, здесь карандаши. Вы знаете, у нас в чате девочка писала про этот карандаш, что он ей не понравился. Я, честно говоря, его пробовала только на руке, но почему-то большая разница, когда красишь на руке и потом на глаза. Она сказала, что он жесткий, что он не просто буквально тянет кожу, он не отдает цвет. То есть карандаш для глаз, он должен быть эластичный, чтобы его прям вот провели легко. Кисточкой растушевали, можно тенями зафиксировать. То есть вот, сухой карандаш, он не должен быть для глаз. Но я сама не пробовала, а отзыв у меня был негативный очень даже. Зато очень хвалят вот эти тени, очень прям хвалят. И я их тоже тестировала, но, к сожалению, только на руке. Не брала себе ни один из этих оттенков, по-моему, поэтому ничего не могу сказать. А вот эти тени красивые, классные. У меня есть такая палеточка, но в других тональностях. Так, вкладыш. Слушайте, я люблю, когда в каталоге вкладыш. Значит, здесь что-то вкусненькое, интересное. Ну, конечно, домашний халат. Всякие пилочки, палочки. Я сегодня только задумала, что мне нужны палочки, потому что у меня одна уже как-то осталась. Надо еще. Держатель на присосках. По-моему, ненужная вещь абсолютно. Так, тоже тени, красивые оттенки теней, помада, лаки понемножку. Слушайте, ну вот эта помада тоже, мне кажется, хорошенькая. И вот верхний цвет, нижний персик, тоже популярный. Так, здесь у нас шикарный пигмент-корректор. Один тут или два? Здесь только темный, я вижу. Но это для того, чтобы изменить оттенок тона. Например, вот я взяла тон, а он желтит. Я добавляю светлый корректор, и он становится светлее. Или темный, чтобы сделать его темнее. Так, зеленый карандаш-подводка у меня есть, я вам покажу. Слушайте, но он какой-то просто мега стойкий, он абсолютно не смывается. Вот, я им не пользуюсь, я его даже средством для снятия водостойкой косметики с трудом снимаю. Но он очень красивый, очень глубокий, глубокий такой изумрудно-зеленый цвет, прям невероятный.
Так, что еще вам похвалить или поругать? Нравится мне по качеству вот эта помада антивозрастная. У меня есть один оттенок, королевский янтарь. То есть такой упаковки. Шикарные вот эти спонжи для макияжа. У меня дочка их очень любит. И кот. Баксик постоянно их ворует. И просто он их все изорвал. И я уже психанула и сказала, больше не куплю. Ну, наверное, куплю, потому что такого ценника ни разу не видела. Очень приятный крем с папайей. Мой любимый крем для лица и тела, но я им мажу только тело. Кокосовая вода, такой вкусный-вкусный прям. Роскошный дезодорант для ног. Это самый вкусный дезодорант. У него манго и женьшень. Это так вкусно. Дезодорант для ног, мне кажется, нужен каждую семью. Потому что ноги должны чувствовать себя очень комфортно. Не потеть, не испытывать жары, мокрости, неприятных запахов. То есть вот этот дезодорант, он совсем справляется. Я его обожаю. Ну, у меня есть в запасе, кстати, еще парочку тюбиков таких. Взяла я себе вот такой крем для ног, но еще не открыла, потому что у меня так много всего. Так, такие штучки я брала в подарок. Это гель, крем-гель для душа. Он очень мягенький, кожа с ним такая увлажненная становится, классная. И мыло в красивой коробочке. Хороший подарок, кстати. Маски по мега-цене. Смотрите, всего 279 рублей. Моя любимая восстанавливающая маска. Мужское мыло тоже. Но вот мыло мне не понравилось. Знаете, что мне в нем не понравилось? Когда его кладешь в мыльницу, он прям вот это черное от мыла, вот как-то остатки, да, ну чуть-чуть оно растворяется. Это так некрасиво смотрелось, и я просто больше не стала заказывать. Так, что-то здесь еще хотела вам показать. Вот. Русалочка, бальзам, Рапунцель, бальзам для губ. Смотрите, как я его смешно стачиваю. Мне нравится. Но Мини Маус мне нравится больше. Если выбирать, то, конечно, он. Так, здесь у нас все ароматы по хорошим ценам. Сумка шопер. Обязательно. Мы отказываемся от пакетов, да, и ходим с сумкой шопером, чтобы заботиться об окружающей среде. Очень интересная. Пончо, прекрасный оттенок, красивая идея, можно комбинировать с чем угодно, прям классная штука. Роскошный вот этот шарф, он по качеству такой, знаете, вариант не лето, он, этот палантинчик, он такой плотный, и будет хорош осень, весна, даже, может быть, зимой под шубку. Он невероятно красивый просто весь из себя. Ой, классная сумка на пояс. Очень хочу, хочу, но у меня есть. Мне подарили сумку, не Oriflame. Ну, да, смысла нет, деньги выкидывать. Очень классно вот это ожерелье, цепочка. Люблю такие штуки. Так, что-то у меня было еще, чтобы вам показать. Набор сережек. Вот, я вам что покажу. Смотрите. Их 4. Вот такие красивые сережечки. Слушайте, они такие милые, но они прям реально летние. Под вот какие-то топики, сарафанчики легкие. Смотрите, они очень задорные. Тут у меня тут сдвинутый какой-то кристалл, я даже не видела. Они очень задорные, веселенькие. Их можно комбинировать, например, одеть розовую, желтую, желтую, зеленую, две розовых. А у меня проколото в одном ухе 3 дырочки, я одеваю на одно ушко розовенькие, а на другое все 3. И это очень забавно выглядит, правда, мне нравятся эти сережки. Хотя на картинке мне казалось, что они какие-то детские, в деле они хороши. Лучше, чем можно было бы подумать. И курточка, кстати, очень даже хорошая, очень даже интересная. Так, тушь. Такую тушь я не пробовала. Ничего сказать не могу, нет опыта. Молчу. Ну, берут, хвалят. Купила я себе шелушивающий массажер для губ, сняла с ним видео и больше про него ни разу не вспомнила. Мне кажется, все-таки такой вещью редкие девушки пользуются. Я вот нет. Зато шикарный пинцет для бровей, роскошный. Вот прям вот то, что надо. Он не обламывает волосики, не щипает кожу. Он деликатно удаляет волоски, не больно абсолютно, он прям очень хороший, за 119 рублей это лучший пинцет. А поверьте мне, за свою жизнь я их столько перепробовала, я и в Oriflame все скупила, этот лучше всех. Я вот могу все остальные, которые были в моей жизни, поменять на него на один. Так, что еще знаю? Кисти знаю для макияжа. В Oriflame самые крутые кисти. Их можно стирать, купать, мыть, делать с ними что угодно. Они будут служить верой и правдой долгие-долгие годы.
А тут мы дошли до моего любимого раздела, но говорить я не буду сейчас много, я просто скажу, что Novage это просто мега уход за лицом. Если вы хотите, чтобы кожа была молодая, красивая, ухоженная, напитанная, то выберите себе комплекс Novage, не поскупитесь, потому что это самое лучшее вложение в себя. Потому что, ну, я уверена, что когда если даже будет миллион женщин спросить, хотите ли вы продлить молодость своей кожи, и при этом, чтобы это было не, без вмешательства хирургического или инъекционного, то все, мне кажется, девушки поднимут руку. Так вот, это именно то, что поможет избежать встреч с косметологом дорогостоящих, а просто ежедневный уход на вейдж, он делает чудеса. Это гидрофильное масло. Очищающее масло для умывания. Я его тестирую уже несколько дней и хочу его прям вам показать, потому что у меня восторг. Вот просто восторг. Оно невероятно круто работает с макияжем. Я даже попробовала его на глазки, потому что увидела тут глазик и написано протестирован под контролем офтальмологов. Думаю, ну значит можно и на глаза. Реально круто. Он растворил все. Тушь, тени, без предварительного увлажнения. То есть я на мне был очень густой макияж, все смылось, чуть-чуть прям осталось в уголочках глаз, вот немного туши, но при этом я очень деликатно делала, потому что первый раз, и вообще мне было страшно, при этом с глазками все отлично, никакого раздражения, ничего у меня не было. Давайте, вот чтобы не пропадала вот эта вся красота, мы сейчас как раз потестируем это масло. Я прям вот на тени, на тушь, одну капельку, вот я, оп, ой, много-много-много, ой-ой-ой, потекло-потекло-потекло, ловлю-ловлю-ловлю. Смотрите, его надо сначала на сухую кожу, то есть не надо предварительно смачивать, просто наносим на кожу. Тут у нас праймера кучка лежала, как удачно. Я просто сначала наношу его, втираю легкими-легкими массажными движениями. Ничего особенного делать не нужно, пытаться сошкрябывать что-то. Нет, все само. Потом я мочу пальчики и капельку вот водички добавляю и продолжаю двигаться. Смотрите, оно становится чуть-чуть, сейчас побольше воды, вот видите, беленьким становится. И совершенно начинает все растворяться еще быстрее и легче. То есть мы сначала маслом все это проделываем, а потом до конца оно все растворяется. Тут прям уже засохла тушь. Смотрите, как вот отошло все. Я не шкрябала, просто легкое прикосновение. Как будто это лепесточек розы. Легонечко-легонечко скользим. Вот и все. Все так потемнело. И вот у меня ватный диск, я его тоже сейчас намочу. И вытру. Заодно у меня будут чистые руки. Если что-то еще будем тестировать, то все протестируем. Опять же, не тру, просто прикосновение легкое. Все. Вы видите? Все идеально стало чисто. Сейчас еще разочек намочу диск, чтобы уже до конца все очистить. При этом нету ощущения пленки, нету тяжести. Все легонько, обалденно. Я вот теперь всем рекомендую это масло и буду прям петь ему оды, потому что я люблю все, что касается вот ухода, чтобы это было хорошо, эффективно, экологично, ну и в ногу со временем. Раз уж такие вещи придумывают, надо их использовать в своей жизни. Так, ну вот все, я это убрала. Продолжаем дальше, потому что здесь очень много всего интересного. Очень люблю пилинг для лица, вот это обновляющий, это просто бомба. На 20 минут на ночь нанесите и 2-3 дня интервал сделайте. Какая станет, о, кожа просто огонь. Вот разик попробуйте, потом будете благодарить за то, что я вам порекомендовала. Я больше всего люблю серию Экологен Wrinkle Power. Вот она, мой крем заканчивается. Обожаю, мне кажется, это такой волшебник, вот эта вся серия зелененькая, это просто волшебство и магия. А вы подбираете уход под свою задачу. Многие говорят под проблему, а я говорю задача, потому что у кого-то задача есть, чтобы личико стало свежим розовым, у кого-то задача, чтобы ушли морщины, кому-то овал лица нужно подтянуть, то есть каждому свое. Так, что здесь интересного? Все для личика. Запасайтесь на лето SPF 30, высокий солнцезащитный фактор. Это вы все сами почитаете, изучите, потому что про кремы можно говорить очень долго и с любовью, как я это люблю делать. Но про некоторые вещи я очень хочу сказать. Я полюбила бустеры. Вот бустер больше всего мне понравился
Желтенький, энергетический. Сейчас я использую питательный, он эффективный, но он мне не так нравится, он жиденький. А этот мне понравился, он такой, как будто прям, я не знаю, как мусс какой-то. Вот смотрите, то есть это жиденькая капелька, вот она такая эластичная. Но его нужно смешать с кремом, прям вот так на ладошке с крем положить, капнуть 2-3 капельки, вот так смешать. И отсюда уже с этой палитры переносить на кожу лица. Тогда вот он будет классно работать. И удобно, то что пипеточкой набрали все. Капнули, все очень здорово, эстетично, красиво и эффективно, и при этом очень дешево, очень. Но тут есть условие: при заказе любого крема, страниц 58-61, вот с этих страничек, если вы что-то берете, то тогда вам бустер по супер вкусной цене. Очень классно. Так, мицеллярная водичка у меня вот такая есть, сейчас могу продемонстрировать. Она тоже очень хорошо снимает макияж, но мицеллярную воду всегда нужно смывать водой. Некоторые люди не знают этого и просто протирают лицо и довольны наносят сверху крем. Ни в коем случае обязательно смыть водой, потому что мицелла, она поднимает грязь и спор на поверхность. Если вы ее не смоете, то куда она опять эта грязь пойдет? Опять в поры обратно. Давайте я вам вот этого красавчика покажу. Skin Prosha, мой любимый. Это массажная насадка. Смотрите, как она вибрирует от скорости. Это просто мега массаж. То есть мы вот так просто двигаем по крему, и эти вибрации помогают вбить крем очень эффективно. При этом коже усиливается кровообращение, она становится розовая, мягкая, красивая, очень супер вообще. И есть еще две насадки: одна вот для геля очищающего, а одна скраб. То есть это вот такие вот маленькие щупальца силиконовые, которые прям щекотят кожу, но при этом очень хорошо чистят поры. То есть если вам нужно избавиться от черных точек, то вот не парьтесь, возьмите себе такой аппарат, его хватит вам на 100 лет. А можно еще использовать скидку 50%, и он вам выйдет вообще за 3 копейки, и при этом вы получите супер крутой массажер и очищающий такую вот машину у себя дома. Это наша гордость, серия Eco Beauty, на 95% натуральные компоненты. Это одобрено корпорацией EcoSurf. Читайте информацию, очень-очень крутая серия. У нас новинка — пребиотический напиток с пищевыми волокнами. Я уже хочу, но я не поняла, где цена. Я хочу посмотреть, сколько это стоит. Я листала, читала про него, я поняла, что да, я, конечно, я возьму, я хочу. О, 1500. А сколько порций? 4 грамма в одной порции. А сколько здесь порций? Расскажите мне. Без искусственных красителей. Веган. Смотрите, веган. Это круто. Я не вижу, сколько порций здесь. Мне очень интересно. Но в любом случае буду брать, буду пробовать. Буду я, потому что очень люблю wellness, а он дает мне классный результат, эффект. Посмотрите, какой состав. Ребят, ну давайте, я пока не изучала, не пробовала, поэтому не буду здесь задерживаться. Я могу рассказать вам, что мы постоянно пьем wellness pack или заказываем отдельные вот такие баночки. Иногда кушаю супчик, не часто, но кушаю с удовольствием. Очень часто пью коктейль. Очень люблю жарить яичницу, то есть омлет делать вот с этим протеиновым коктейлем, комплексом протеиновым. То есть его и в салат можно добавлять, ну в любую еду, но я вот люблю именно омлетик с ним делать. Обалденное средство для того, чтобы волосы укрепились, ногти укрепились и росли хорошо. Это нутрикомплекс для волос и ногтей. Его надо пить курсом 3-4 пачки, потом перерыв и опять пить. Обязательно астаксантин, он просто необходим. Это самый мощный антиоксидант, который на сегодняшний день ученые выявили. Далее пробовала Aqua Glow. Да, действительно, лицо стало более свежее, румяное, розовенькое. Эффект я увидела, но мне очень понравилось, что оно очень вкусно. Ну и цена здесь тоже очень-очень вкусная цена. Дорогая, мне кажется, цена, но эффект, да, он есть, надо просто иногда повторять. Надо просто любить себя, я считаю, и выделять средства именно на то, чтобы быть здоровыми.
и красивыми. Омега-3, конечно, нам необходимо, детская омега и витаминки, заботимся о здоровье своих детей. И кальций, кстати, купила себе сейчас очередную баночку кальция и пообещала, что буду каждый день по одной принимать. Главное не забыть, что я это пообещала, и выполнить обещание, потому что в прошлый раз брала и все время забывала, и в результате не увидела эффекта особо никакого. А вот девчонки, кто пили регулярно, очень хвалят. Я тоже хочу, чтобы у меня был эффект. Хвалюсь своей покупкой, буду сейчас с коллагеном, я просто коллагеном пользуюсь уже несколько лет, или беру Ultimate Lift Novage, или коллаген. Хочу попробовать Royal Velvet. Ну, во-первых, этот продукт более доступен по деньгам, всего 649 рублей, а во-вторых, просто хочется что-то поменять немножечко, хотя бы на время. Вот сейчас капельку выдавлю, ой, густой что ли такой, подождите, вот он. Капельку выдавлю. Да, он густой, 15 миллилитров, тюбик с удобным носиком. Густой хороший крем. Почему я его решила купить? Рассказываю предысторию. У меня есть консультант Наталья, и она в чате, она мне сначала в личку пишет: у меня такой классный результат от этого крема. Я говорю: какой у тебя результат? Она мне скидывает фото до и фото после. И вот эта часть века, давайте открою какую-нибудь модель, чтобы на лице показать. Дайте мне лицо крупным планом. Ну, нету что ли? Вот, давайте на обложке посмотрим. Смотрите, вот это веко с возрастом обвисает и начинает давить на глаз, то есть теряется упругость в коже. Ну, естественно, куда деваться излишком кожи, они виснут. И она мне показывает фото, у нее прям вот это веко подпрыгнуло. Она говорит: о, крепилась ткань кожи, в коже, и века натянулась как бы, и глаз открылся, то есть она стала выглядеть моложе, и просто это конечно очень здорово. И я поэтому купила себе этот крем. У меня, видите, как раз коллаген прям все вот он высосался, там осталось буквально, может, на 3-4 дня я его закончу и начну этот. Я даже не буду его убирать теперь в коробку, начну им пользоваться, потом вам обязательно расскажу, увидела ли я какой-то результат, потому что, ну, все равно возраст дает о себе знать, и хочется, чтобы кожа оставалась подольше молодой и такой упругой. Так что здесь у нас эта серия молодежная, для молодежи, у которых, ребят, есть проблемы, прыщи, там акне, что-то такое. Да, конечно, нужно им подбирать специальные средства. У нас есть Пурскин для молодежи, читайте, подбирайте, все, все продумано и эффективно. Это новая серия, я не пробовала. Абрикосы, апельсин, конечно, звучит очень классно, хочется попробовать. Я думаю, что это невероятно вкусный будет аромат, но я пока не брала. А, как вкусно пахнет, так и съела бы. Ну, хочется, конечно, попробовать. Люблю вот эти маски тканевые. Я частенько делаю маски. Тоже я вижу результат, что они более эффективны, чем просто кремовая маска. Так, эта серия у нас Love Nature для комбинированной кожи, для жирной кожи с чайное дерево и лайм. Здесь кокос и алоэ, здесь чайное дерево и лайм. Сейчас я найду, где-то у меня стоит флакончик. Вот он, вот у меня флакончики. И здесь как раз есть очищающий гель для умывания. Вот такой большой флакон, 125 миллилитров. Но он достаточно концентрированный, его надолго хватает. Он очень вкусно пахнет. Потом масло чайного дерева. Вот такая коробочка. Сейчас открою. Ну, откройся. Сейчас оторву. Все равно себе оставлю. Сейчас. Я как варвар. Что не сделаешь ради вас. Масло чайного дерева очень хорошее антибактериальное и ранозаживляющее средство. У него очень-очень много показаний. Посмотрите на сайте, как его можно применять. И погуглите, потому что чайное дерево — это очень мощный антиоксидант, антисептик. Хвалит, хвалит вот эту помаду, карандаш, тоже с чайным деревом. Она очень хорошо работает с воспалениями, то есть точечно где-то на лице, если или на шее, когда декольте вылезло, помазали зелененьким, а сверху тоном припорошили, чтобы не было видно. Так, эта серия у нас все такое. Долго рассказывать не буду, ребятки, читайте, изучайте. Я вот что пользовалась, чем пробовала пользоваться, я вам расскажу. Кстати, вот он без скидки идет, но я хочу передать свои ощущения, вот пропитательный бальзам для губ.
Я им попользовалась немножко, но так как у меня открыто одновременно штук 5 их, как раз вот Русал, это Рапунцель, Минни Маус, новый Биби, потом еще мультиактивный, еще какой-то, еще старенький. И я им немножко попользовалась, потом перешла на другое, еще смягчающее средство. У меня сложилось впечатление, что у меня от него как бы шелушатся, облазят губы. Я, конечно, еще поэкспериментирую. Сейчас дочке его дала, говорю, ты попользуйся, может быть, если у нее не будет, то, может быть, мне кажется. Мне интересно, кто пользовался, напишите, у вас все окей с этим бальзамом? Это, может быть, мои придумки какие-то, может, совпало так, что как раз нужно было коже обновиться. Так, по поводу аксессуаров, у нас появляется новинка, сумочка с металлической деталью. Мне кажется, это очень, очень прикольный размер, но мне не нравится, что такая огромная бляха здесь. Ну, хотя в деле, может быть, будет смотреться лучше, потому что почему-то я заметила, что не всегда на моделях в каталоге вещь смотрится выигрышно. А начинаешь мерить, и все это становится очень красивым. Вся-вся бижутерия практически есть у нас на канале, смотрите обзоры. Свеженький, да, я это все показываю, все демонстрирую. Кстати, все очень здорово. Вот как красиво вот это украшение с белой блузкой смотрится. Я сегодня видела на девушке. Слушайте, глаз не оторвешь. На ней были джинсы, белая рубашка, не блузка, а прям белая рубашка. И эти украшения, это так интересно. Просто даже мы не ожидали. Часики такие я не видела, а это все я демонстрировала, поэтому заходите, смотрите, я прям хочу такую сумочку, вот такую, мне прям понравились они очень. Так, здесь у нас мужские ароматы, на ароматы рекомендую брать тестеры, невозможно подобрать аромат, не поносив его хотя бы разик из пробника, чтобы ощутить, подходит он вам или не подходит, нравится, не нравится, поэтому пробники, пробники, балуем мужчин. Тоже пусть ухаживают за собой, для них специально сделали серию Novage, у меня Миша, кстати, пользуется. Очень хорошее оформление у серии, это пена, а мужской тоже, конечно, бальзам увлажняющий, шампунь и шариковый дезодорант. И цены доступные, и оформлено красиво, то есть все супер-супер. Так, это у нас маленькие ароматы. У меня есть такая расческа. Нет, уже нет. Я ее уже выкинула. У меня на ней облетели все розовенькие штучки. И я так понимаю, что это из-за того, что я много маслом пользуюсь для волос, сывороткой. То есть много средств, которые растворили вот эти розовые штучки пластиковые. Оно стало царапаться. Как это красиво! Кстати, я смотрела уже каталог, естественно, предварительно. У нас вышли термозащитный спрей. Кто просил? Пожалуйста, вот он появился. Мусс для укладки волос. Лак для волос. Спрей-блеск для волос. Чего только нет. Очень красиво, стильно. Прям вот флакончики огонь. Я всегда говорю при каждом удобном случае, что сделайте нам шикарную упаковку, чтобы прям вот слюни текли, как хотелось, чтобы это стояло на полочках в ванной. Вот мой любимый сухой шампунь. Кстати, я его обожаю, всегда заказываю, потому что он как палочка-выручалочка. Особенно, когда волосы быстро пачкаются. Какое-то прекрасное средство в путешествиях, чтобы не мыть часто голову. Или вы вышли из самолета, а у вас на голове уже ужас-ужас. Встряхнули флакончик, распылили прям в туалете, это можно сделать перед зеркалом. Взбили пальцами, волосы расчесались, и у вас все шикарно. Тоже эффект, как будто голову помыли. Сыворотка для волос, вот я ее хвалю всегда, потому что благодаря такой сыворотке у меня сейчас, по-моему, разглаживающая, да, разглаживающая, прям две капельки выдавили, на пальчиках согрели, растворили, на кончики волос перенесли, и будет вам красивые гладкие волосы, шикарные просто. Как можно жить без этой сыворотки, не представляю. Так, климат-контроль серию тоже я всю попробовала, прям респект, очень понравилось, все подошло. Краска для волос. О, забыла вам свою краску показать. У меня оттенок 9.0. То есть, если вам интересно, я пользуюсь только краской Oriflame. 9.0 на моих волосах чуть более в рыжинку как-то смотрится. Краска суперская. Так, 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 что еще тут интересненькое? Давайте долистаем до скидочек. Крема. Смотрите, всегда обращайте внимание на объем. То есть, вот эти маленькие
30 миллилитров, эти 50, а стандарт 75, но есть и побольше, 150 миллилитров. То есть выбирайте на свой вкус, конечно, выгоднее всего взять вот такой большой объем. И перчатки для рук, для того, чтобы сделать более эффективным увлажнение рук. Наносите крем, одеваете перчатку и сидите в телефоне. То есть перчатки помогают усилить действие крема или маски. А здесь есть специальные пальчики, которые позволяют нам в это время быть в телефоне, то есть сенсорные пальчики и на той, и на другой. Очень удобно, классно. Вот я пользуюсь, ну, редко, но все равно иногда пользуюсь, мне нравится. Руки более становятся молодые, потому что самое первое стареют — это кожа рук и кожа шеи, ну и вокруг глаз, конечно. Но руки тоже стареют невероятно. Вы готовитесь к лету? Кто поставил себе задачу постранить немножечко, чтобы талия стала более выразительной? Пожалуйста, вот эти продукты вам помогут усилить эффект тренировок. То есть это укрепляющий гель для груди и живота, подтягивающий лосьон, антицеллюлитный гель. Кстати, очень крутой массажер, я его пробовала в бизнес-центре, он хороший прям. Так, здесь у нас для нашего любимого тела. Это питательный крем для рук. Два больших вот этих вот разные упаковки. Золотистая с черной крышечкой и белая. Далее жидкое мыло. Ну, это без скидки, не буду рассказывать. Вот, расскажу вам про эти спреи. Не зря же я их притащила. Вот это средство с лавандой. Его нужно распылить перед сном на область подушки. Честное слово, как он меня спасает, потому что порой не могу уснуть. У меня очень как возбудимая нервная система, то есть я такая тоненькая, вся восприимчивая, переживательная. Поэтому это меня спасает. Я прям вдыхаю и моментально улетаю. А вот этот спрей Дары Афродиты, он очень имеет нежный, приятный аромат. Его можно распылять на белье или на тело. Мне очень нравится, тоже прям супер. Видите, я им уже начала пользоваться, буквально он только появился, а я им пользуюсь, потому что он мне симпатичен. И я бы его тоже рекомендовала с удовольствием. Это и для себя, и как необычный подарок. Такое вот, что-то необычное. Так, ну, скоро лето, готовимся, ножки готовим, да, покупаем себе крема для загрубевшей за зиму кожи. А здесь еще выходит сыворотка-размягчитель мозолей и натоптышей. Ну, интересно, надо будет попробовать. Объем 30 мл, небольшая, но я так понимаю, что ее аппликационно надо на какие-то зоны наносить, подержать. Пам-пам-пам, что с ним делать, не написано. Нанесите обильно, два раза в день, то есть наносим и не смываем. Ну, конечно, масло чайного дерева, витамины и кислота. Вот кислота как раз будет все это отшелушивать. Слушайте, ну классно, я, конечно, возьму, попробую. Я очень люблю, когда ножки суперски. Девчонки, хватайте вот эти вот гелевые подушечки для задников. Это один из самых популярных продуктов, который разбирает моментально, так удобно, потому что бывает, что туфли подрастянулись или ноги из дома вышли, там, может быть, они у вас как бы узенькие такие, еще все хорошо, а к вечеру ноги разбухают. То есть утром мы ставим подушечки, а вечером нога становится больше, мы подушечки вынули и спокойненько ходим. Это вот обязательно к приобретению всем. Так, сейчас что-нибудь еще расскажу. Станки мне не понравились абсолютно почему-то. Они, мне кажется, такие неудобные, режущие. Фу-фу-фу. А, так, смягчающий гель. Смотрите, этот крем-гель для взрослых женщин. То есть это когда уже приходит период, да, такой вот фазы у женщин, у взрослых своеобразные. А как он работает? Он не как гель выглядит, а прям вот беленький, кремовый. Ну, естественно, жидкий, но я могу сказать, что он не очень хорошо убирает запахи неприятные. Как я это проверяю? Я обычно, когда, например, разделываю рыбу, то есть какие-то вот лук, если много лука режу, то есть какие-то пахучие продукты, они просто мылом, ну, не так хорошо отмываются. И я всегда бежала в ванную и гелем для интимной гигиены просто мою руки хорошо, и они абсолютно не пахнут. То есть не надо лимоном протирать, вот просто интимный гель.
Этот не убирает запахи так хорошо, как вот любой другой гель. Это то, что я заметила, но он мягкий, он действительно хорошо увлажняет кожу, успокаивает ее, но вот по запахам я заметила. Я не говорю, что это очень плохо или хорошо, но это мое примечание. Так, заканчивается уже. Смягчающий лосьон для интимной гигиены. Тоже понравился. Это прям густой такой крем. Очень хорошо. Прям я так понимаю, дочка им активно пользуется. Вот такой вот кремик прям приятненький. Аромат нежненький. То есть вот его тоже рекомендую. Хорошая штучка. Ага, едем дальше. Чуть-чуть нам осталось. Дезодоранты, мой любимый. Серой крышечки не оставляет следов на одежде. Есть тут и спрей. Я вам зато принесла показать такой вот пенящийся мусс, мусс, мусс. Смотрите, какой большой баллон. Представляете, какая красота вообще. Как это все красиво оформлено. Серия не дешевая, конечно, но это прям вот спа-процедуры на дому. Просто узнаете, сколько это стоит в салоне, и вы поймете, что это недорого. Потому что дома можно... Ой! Ой-ой, вот смотрите, надо было его взбултыхать хорошенько. Вот такой получается мусс. Видите, да, одно нажатие. Очень плотная, плотная, душистая пена. Посмотрите, какой комочек прям. Видите? А, какой аромат, обалдеть. И вот она прям раздулась, и там все дуется, дуется. И полная рука. Понимаете, да? То есть одно нажатие вам хватит для того, чтобы полностью искупаться. Вот как я сейчас надел делов. Ну, благо, что каталог уже практически весь посмотрели. Сейчас я смою. Тут у меня стоит специальная тарелка с водой для того, чтобы вот в таких случаях быстренько выйти из этой ситуации. И полотенчик для того, чтобы вытереть руку. Поэтому очень вкусная штука. Прям кайф, кайф. Я думаю, что это даже кому-то подарить или себя побаловать. Это прям одно удовольствие. Наше шикарное мыло. О, акция 49 рублей. Надо брать. Это очень выгодное предложение, потому что кусочек плотный, большой. По-моему, здесь, сейчас скажу, сколько точно объем. Где-нибудь должно быть написано. 90 грамм, хотела, думала 100, но 90, тоже очень хороший объем, самое главное, такой плотный, мылкий. Так, гели для душа, вот эти игрушечные йогурты, ну, кстати, хороший гель, у него и цена-то всего 79 рублей, какая прелесть, то есть он доступен, он очень вкусно пахнет, хорошо пенится. А вот по поводу мочалочки, я хочу вам сказать, что вот не жадничайте, возьмите две. Оденьте сразу две рукавички на руки, две перчатки, налейте гель, вот так вот взбейте и попробуйте, какой кайф купаться сразу двумя мочалочками. Это просто фантастика. Вот, напишите мне потом в комментариях, что вы кайфанули и благодарны мне. Главное, это сделайте. И немножко ароматов женских покажу. Это один из моих любимых, Aphrodisiac. Это вот прям как будто с куста нарвали клубники. И поставили целый тазик, его весь клубника деревенская, ароматная, душистая, пахнет на всю квартиру. Это вот про эти духи. Очень, очень позитивный аромат. Люсия, такой цветочный, сладенький аромат. Экла Мадемуазель, это прям весенний, весенний аромат. Очень, очень, очень нужен, когда начинается... Капель, весна, журчат ручьи, кричат скворцы, грачи летят. То есть это вот именно на весну. И благо, что на него сейчас огромная скидка. Девчонки, ну это просто аромат праздник. Вот реально, я его обожаю. Видите, у меня прям капельки остались. Сейчас вот начнется весна, я его использую и отправлю в пустые баночки. Так, это соблазнительный аромат. Сейчас я его найду. Есть у меня эта пика красивая, вот эта сексуальная капля. Выразительная. Он не тяжелый абсолютно. Вы когда, может быть, читаете состав и думаете, о, это, наверное, будет тяжело. Нет, очень вкусно, очень рекомендую, прям побалуйте себя. Это аромат для свиданий, для соблазнения, для романтики и всего прочего. То есть это прям сексуальность, афродизиаки. Вот из этих ароматов мне ни один не подходит, к сожалению, поэтому не покажу, не похвалю. Зато покажу вам Sublime Nature Tonka Bean. Посмотрите, какой увесистый флакон. Это дорогой аромат, он очень приметный. Его не спутаешь ни с одним другим ароматом. Он яркий, выразительный, и это аромат женственный.
То есть в нем чувствуешь себя роскошной женщиной. Вот все, что я про него хотела вам сказать. И в самом конце этот аромат я не пробовала. И покажу вам аромат, который тоже очень люблю. Люминесценс, по-моему, правильно читается. Могу ошибиться, но это, я думаю, не страшно. Ага, вот люминесценс, правильно. Я его обожаю. Любит его и моя дочь. Он сладенький, но в то же время в нем есть энергия, динамика. Знаете, прям тут-тут-тут. Дискотека, да, что-то такое невероятное, просто классное. Мне он прям в любимчиках. У меня не часто ароматы заканчиваются, а этот, я чувствую, скоро заканчивается. Я даже по нему немножечко уже грущу. При этом шикарный ценник. Посмотрите, 60% скидка. Это новый аромат, я его еще не пробовала. Я получила пробники на другие два, наверное, вот зелененький и розы. Меня они не впечатлили. Ничего особенного я в них не увидела. Да, вот и розочку я попробовала. Мне кажется, ну они стоят всего 399 рублей. Мне кажется, это что-то легкое, летнее, девичье такое здесь. Состав написан, заказывайте пробники, смотрите, я не могу пока сказать свое впечатление, яркости никакой не было. И завершает каталог тальки. Девчонки, запасайтесь тальками на лето, потому что они очень хорошо помогают впитывать влагу. Если тело потеет, если вы мучаетесь, там, например, ноги трутся, грудь большая, руки трутся об туловище, то просто тальк, в душе искупались, полотенцем промокнули кожу, не вытирайте насухо, засыпьте тальком все, дайте ему впитаться, он исчезнет, никаких белых следов не останется, и просто будет кайфовое, гладкое тело. И даже если жара, все равно вас это спасет. Разницу вы увидите однозначно. За 99 рублей набирайте, пока такая акция. Я думаю, разберут в момент. Вот, все мы с вами посмотрели. Мы огромные молодцы. Кто дошел до конца, вам просто 5 с плюсом. Пишите отзывы в комментариях, что полезное, что новенькое узнали. Может быть, какие-то открытия благодаря моим вот обзорам находятся. И вам желаю удачи, супер классных, благодарных клиентов, вкусных покупок для себя, чтобы вы с удовольствием просто кайфовали сами от продукции, потому что это самое главное. Если самому продукция нравится, то вы о ней и будете рассказывать просто с таким удовольствием, что все будут заказывать, у них не будет других вариантов просто. До новых встреч, пока-пока!